that. The toll is off, though. It yields and win and shilling, keen again. Then Bishop, and then up. Видишь, там Хунвальд. Опять Йода болтает глупости. Кто-кто? Хунвальд. Это и есть убежище Хунвальда? Сегодня мы один из широк версий, но завтра вновь станем королевством Линси, свободным, как вихрь, щекочущий шею. Королевский род прервался, Хунвальд. И теперь здесь Линкольншир. Дать тебе карту, чтобы ты вспомнил? Эй, дорогой, зачем мне карта? Если кровь в моих жилах знает правду. Эй, ну, эй, вчера утром вытащил из реки сыра. Обычно их днем с огнем не сыщешь. Это еще кто? Эйвор, садись! Нам бы хлеба и эля! Я говорил с Эльфгаром о своем щекотливом положении. Лорд. Он знатный человек и один из надежных тенов Линкольншира. Надежный, как кружка, которую тяжело опрокинуть, да? Эльфгар поклялся в верности моему роду, роду Яростного Лебедя. С его влиянием и твоей силой мы сможем избавить Линкольншир от негодяев раз и навсегда. Мы ищем твоего отца, Хунвальд, и все. Верно, Эйвор. И скоро найдем. Ты ось в моем колесе. Искра в охапке хвороста. Хунвальд, твой отец болен, а у врагов сейчас все мыслимые преимущества. Ты что-то придумал? Или просто позвал меня посмотреть, как ты пьешь эти помои? Придумал, друг мой. Ведь прежде всего я человек дела. Готов и к танцам, и к бою. Слушай, я здесь, чтобы отвезти тебя к отцу. Идем, или я ухожу? О, да, в Линкольн, идем! Но осторожно. На дороге полно разбойников, жаждущих убить меня. Глупый кусок сала!
Один единственный Дан не защитит тебя от войск Мерсии. Ты ошибаешься, Эльфгард. Сейчас сам поймешь. Я не прочь подраться, Шавка. Дай повод, и я разобью твою варварскую рожу. Знаешь, Сакс, что такое кровавый орел? Чего? Кровавый орел. Прекрасная птица из твоих потрохов. Я рассеку тебе ребра, а потом вытащу легкие и расправлю, как крылья. Улетишь в свой рай быстрее некуда. Боже, гнусный дикарь. Как ты хитер! Невероятно! Словно наблюдаешь за капитаном, что ведет корабль по бурной реке. Я схожу помочусь, Эйвор. После мы отправимся на поиски приключений. На твоего спутника открыта охота. Он со мной. Все обойдется. Если записать все предостережения, сделанные мной этой бестолочи, получится целая кипа книг. Эльфгар, первый ворчун Линкольншира. Хунвальд должен был быть здесь. Куда он подевался? Хунвальд в беде. Вон там! Не трогать! Боже! С ним не могу сдохнуть! Не настолько много заплатил! Меня поразил враг! Что я выживу? Я должен! Не останавливайся, Эйвор! А если я умру... Господь милосердный! Ты ранен? Невероятно! Ботльфстонскую битву будут помнить долгие годы! Эльфгар, первая победа за нами! Хунвальд, ну как ты? Кажется, цел, но... Нужно поскорее добраться до Линкольна. Да, да, верно. Пора в путь. Кто же преследует меня? Меня? Сына почтенного Элдермена. Я был наивен, полагая, что знатное происхождение что-то значит для местных керлов да сервов. Зачем порочить мое доброе имя? Гляди, там суда. Можно отсюда доплыть в Линкольн. Что тебе сообщили, прежде чем изгнать? О, какой-то вздор. Меня разбудили крики. Кто-то схватил меня и сказал, что я опасен для отца. Глупости. Меня, скованного и с завязанными глазами, отвезли к реке Уолш. И там я услышал. В Линкольншире тебя ждет смерть. В смысле опасен? О, якобы я только и жду смерти отца и мечтаю о наследстве. О, якобы я только и жду смерти отца... И мечтаю о наследстве. Будь честен, Хунвальд. Я не смогу помочь, не зная всей правды. Ты не держишь на отца зла? Нет, что ты. Думаю, приказ изгнать меня отдал кто-то выше его. Возможно, Бургред распорядился прежде, чем его свергли. Сомневаюсь. Бургред воевал с данными до конца. У него были дела поважнее. Может и так. Он слишком сдержан.
Значит, тогда король Альфред. Король Уэссекса? Это совсем другое королевство. Да, но Альфред ненавидит Дана всей душой. Он мог узнать, что я влюблен в одну из них. В красавицу, которой нет равных. Девушка из Данов. Ясно. Если меня узнает, будет плохо. Вот и Линкольн. Город, где я родился. И источник моей печали. Российские стражники повсюду. За мной. Иду, скользящий в тени. Сердце стучит, как барабанщик на дракаре. Этот город твой дом? Был и должен быть им. Гляжу, и слезы наворачиваются. Оставь слезы для молитв. Мы еще не вошли. Настанет день, когда мне больше не придется прятать лицо. Я буду гордо шагать среди тех, кого люблю. Пиво! Вон там! Ты знаешь, где напиток счастья? Здесь бочек все же нет. Каким ты видел отца в последний раз? Он был совсем... Становится сыро. Но на него боюсь, снизошел небо Святой затянет. Дух, а в его ага. груди бьется сердце. И назревает льва. Беда. Простая болезнь не тоже это чует. Он высоко Ржут. Ценил тебя? Косятся да, на все. Да, безусловно. Слышь, это просто... Чего не скажешь о духовенстве и Тену Крюсе. Но ведь они так плохо меня знают. Пока. Жители Линкольна не в восторге от Данов. Да, это тревожит. Вы сильны и благородны.
Хунвальд, слава богу, ты жив! Да, дорогой Регенхере, цел и невредим. Скажи моему отцу, что я вернулся и готов к бою. Нам нужно поговорить. Мне жаль, мой господин, но его забрали. Что? Когда? Уже давно. Когда его забрали, он был совсем плох. Это все, что я знаю. Он вышел из дома сам или его заставили? Ни то, ни другое. Нет, он вышел с трудом, хромая. По своей воле или нет? По своей. Это Аббатиса Аха предложила забрать его. Ему становилось все хуже и хуже. Славно, что у него еще есть здесь друзья. Среди них епископ Херифрид. Его можно найти в ратуше. Он следит за порядком, пока отсутствует твой отец. В ратуше нас ждут неприятности? Ты имеешь в виду стражу? Да. Их стало намного больше с тех пор, как Элдермен заболел. Ясно. Проникнем туда незаметно. Пусть удача сопутствует тебе во всем, Дан. Кто этот человек? Регенхере. Он очень много лет служит нашей семье. Верен нам до конца. Распоряжается хозяйством. А меня помнит еще мальчонкой. Он человек простой, но свое дело знает. Нападут, как только увидят. Элдермена давно не видно и не слышно. Что случилось? Лорд Хундбеорд верно сражается с данными на севере. Да нет! Они заключили союз. У нас с ними мир. Ты не знал? Нет, не может быть. Thank you.
Сильная тут стража. Торговля процветает. Правда. На рынке полно товаров. Да, наверное. В отцовском доме никогда и ни в чем не было недостатка. Хлеб, птица, всевозможные плоды. Должно быть, слуги покупали все это здесь. Линкольн делил с нами свои блага. Ты часто выходил из дома, Хунвальд? Время от времени, да.
Лингас. Нес. Холун и чебода. Мит ангел. Херифрид, скажите Хундбеорту, что я вернулся! Господин, ты жив? Лорд Хунвальд, ты должен был предупредить, что возвращаешься, дабы избежать насилия. Обошлось бы без жертв. Почему ты так удивлен, епископ? Все думали, что я мертв? О, хуже, чем мертв. Мой долг сообщить, что, по слухам, ты ушел на север. Жить во грехе с какой-то жалкой датской крестьянкой. Со мной он в грехе не живет. Я не крестьянин. Я знаю, ты печешься обо мне, епископ, но я не дам бесчестить лебяжью стать. Моя избранница тут ни при чем. А, у этой женщины есть имя. Увы, жителям Шира вряд ли понравится, что отцовскую снисходительность к язычникам ты сам обратил во грех. Я не терплю оскорблений и слухов. Мы пришли поговорить с Хундбеортом, вот и все. Боюсь, лорд Хундбеорт покинул нас. Он не сказал, куда идет, но наверняка скоро вернется, когда утихнет буря. Что ты хочешь этим сказать? Буря? Он боялся за свою жизнь, Хунвальд. Он болен, слаб и не смог бы защитить себя. По крайней мере, от Дана. Как ты смеешь? Эйвору можно доверять? Встань на мое место, Хунвальд. Сперва ты пропадаешь, а затем возвращаешься с викингом и требуешь встречи с отцом. Не похоже, что намерения у тебя благие. Вас не касается, зачем мы пришли сюда. Это дело мальчика и его отца. Не думаю. Все дела мальчика касаются нас. Он сын нашего элдермена. Я вырастила тебя, учила писанию, качала на коленях. И если я говорю, что не знаю, где твой отец и почему он больной ушел неведомо куда, значит, я не знаю. Идем, Аббатисса. Оставим мальчика наедине с его мыслями. Нам больше нечего ему рассказать. Береги себя, мой мальчик. Будь здесь, в этих стенах безопасно. Я осмотрюсь, может, узнаю что-нибудь о твоем отце. Если мой отец хоть недолго был в богадельне, монахини там могут что-то знать. Расспроси их, если сможешь. Выясни все.
Вы давно видели Элдермена? Оставь нас. Ты не вправе задавать такие вопросы. Ваш бог говорит с вами, Херифрид? Он может сказать, где Элдермен? Господь не пес, который лает по приказу. Боже мой. О чем ты думаешь? Эйвор, я понимаю, чего стоит помогать мне. Я не нарушу клятву, данную тебе. Когда мы закончим, ты дашь мне клятву на крови. О, на крови? Подожди меня здесь. Нужно быть осторожнее. Пробуем зайти сзади. Куча навозная.
Есть что там? Боже, хватит! Здесь мне точно не рады. Постой!
Нужно накинуть капюшон. Отец Хунвальда восстанавливал здесь силы не так давно. Кто-то мог видеть, как он ушел.
Послушай, ты знаешь, куда пропал Элдермен? Нет. И не задавай здесь такие вопросы, если тебе дорога жизнь. Мистер Альсвиц? Где Элдермен? Ты знаешь, куда он ушел? Я не знаю. Какой Элдермен? Прости, мне некогда. Ты знаешь, где сейчас Элдермен? Мне есть что рассказать, но не здесь, не при всех. Следуй за мной. Agnus Dei, totitariat in mortis super frontis divorium. Ты старшая монахиня? Да, и мне весьма не по душе, что ты явился сюда с оружием. Здесь богадельня, а не военный лагерь. Будто мало того, что на меня пялятся эти болваны с оружием. Еще и ты. Вам с подопечными ничто не угрожает. Я просто ищу Элдермена. Скажи я хоть слово и лишусь головы, а тогда и все эти несчастные последуют за мной в могилу. Элдермен поддержит вас. Чем скорее я найду его, тем скорее стражники покинут богадельню. Надеюсь на это. Несмотря на все наши старания, лорду становилось хуже. Я была против, но стражники забрали его. Я слышала, как они говорили о банях. В Линкольне нет исправных бань. Значит, речь шла о руинах, что к югу отсюда, у восточной стены. Руины к югу. Ясно, я схожу туда. Молю, найди его. Ему нужен целитель.
здесь лучше не шуметь. Должны узнать. Накину капюшон.
Сражались. Из-за чего? Разбойники схватились с господами. Для первых все кончилось скверно. О, плащ с изображением лебедя. Похоже, Элдерман проходил здесь. Некий знатный Сакс заплатил разбойникам, чтобы пройти через туннели, ведущие в замок Боллингброк. Мерсийцы заплатили разбойникам за молчание и возможность пройти через пещеры. Разбойники решили напасть на мерсийцев, но те перебили обманщиков. В схватке с Элдермана сорвали плащ. Но он скрылся и отправился на восток, в Боллингброк. Наверняка.